I stand firm for our soil. Look a rock and fall. So they juicy, so juicy. Trust me, justice, dizzy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't be seen. Let me take you down the corridors of my life. В контексте мини-фестиваля современного искусства «Топ-10 молодых одесских художников» мы с вами познакомимся с интересным дуэтом артистов Романом Громовым и Дмитрием Эрлихом. Скажи, в первую очередь, как вы с Димой работали вместе, ну, в принципе, как шло создание этого общего проекта, чтобы он был такой максимально целостным? На самом деле, как-то бессознательно, как-то так легли карты, что мы с Димой оказались довольно органичными художниками и в материалах, и по концептам работ. И когда мы все собрали, повесили, мы такие, как будто один целый проект, но на самом деле мы разные художники, говорим о разном. Вот. Но так совпало, что когда мы все собрали, получилось, что мы говорим на одном языке, об одном и том же. И на меня сразу нашли мысли, что просто на злобу дня. Мы это слышим, всю информацию видим и отражаем ее. Как у вас с Ромой получилось совместить свои взгляды на... на искусство? Чисто случайно, в принципе, потому что, ну, во-первых, выбирали эти персональные проекты, выбирали не мы, не участники, а кураторы. И так получилось, что меня с Ромой поставили в один день, и очень клево, что это были мы, потому что у нас у обоих материалы очень похожи, техники очень похожи, у нас у обоих дерево, у нас у обоих такой странный примитивизм, наив. Роман Громов силен прежде всего своими инсталляциями и коллажами. А Дмитрий Эрлих ценится в первую очередь своей графикой и живописью. Однако и тот, и другой постоянно экспериментируют в различных художественных плоскостях. В первую очередь, ты инсталлятор, да, то есть любишь инсталляции, ну и коллажи, которые у тебя изначально они были твоей темой. Расскажи вот о том, как ты в этом работаешь, с этими механизмами. Ну, я как человек, который разносторонне развит, я люблю относиться, я себя отношу как художник-артист, который занимается разным. Сегодня кино, завтра я буду продюсировать музыкальную группу, а как бы послезавтра я показываю шоколад. Я это отражаю как художник вот в медиа, разносторонние медиа. То есть я люблю какие-то вещи я не могу выразить в графике. Но у тебя есть сильные стороны, которые ты сам осознаешь, правильно? Конечно, конечно. Но я считаю, самая слабая сторона – это рисунок мой. Вот почему я к нему обращаюсь крайне редко. Я коллажист, я инсталлятор, действительно. Я делаю скульптуры. Эти медиа как-то ближе ко мне. Я их чувствую, я не живописец. Ты можешь более серьезно реализовать те замыслы. Да, конечно, конечно. Мне хочется более серьезно их реализовывать. Мне не хочется какие-то серьезные темы там, делать живопись, потому что живопись все-таки плоская. Мне хочется объем придавать. Все работы и мои, и Романы похожи по технике, и его коллажи с моей живописью, ну, если ее так, да, можно назвать громко. Потому что у меня тоже, в принципе, такой примитив, все очень просто, по-бедному. У нас все, в принципе, у нас такое бедненькое.
Вот в этом прикол, что вот мы используем такие материалы. Вот. Какой ты посыл можешь нести через темы, которые ты поднимаешь? Ну, с Ромой, сам лично. Посыл? Ну, я не... Я пытаюсь нести только что-нибудь позитивное. Ну, как бы, ну, я и показываю какие-то плохие стороны, но я пытаюсь их показать так, чтобы, ну, чтобы это не было... Ну, как бы, если я показываю какую-то там трагическую ситуацию, я показываю через какие-то слезы, муки, темные цвета, еще что-то. Я... Блин, ну я как-то пытаюсь иронизировать всегда над всем. Несколько смыслов внести. Ну, да, но я пытаюсь сам лично минимум смысла вводить. Я как бы, у меня есть идея, визуализация этой идеи примерно, я начинаю рисовать, думать. А потом как бы привожу к этому какой-то смысл. Ты знаешь Дмитрия и его творчество, в принципе, уже давненько. Как вот именно этот проект, как он реализовал, и что в нем такого, что не было до этого? Да, это, собственно, не новые работы, вот, и техника та же, все то же. Единственное, вот лодку они придумали вместе с Димочкой, вместе с Ромочкой. Темы, которые он затрагивает, изменились так или иначе, да? Ну, вследствие определенных социально-политических. Заметно ли это? Ну да, конечно, заметно. Как бы, по сравнению с его прошлыми работами. Нет, все. Там, была эротика прошлой работы, да? Так и в этой есть чуть-чуть сексизма. Очень меня порадовала тема вот этих вот работ двух. Чувствуется, что у нас сейчас на пике популярности. Фетишная тема. Можно раскрыть через какую-то проблематику? Тема садомаза, может быть, да? Самое настоящее, что есть в человеке. Ярость, гнев, боль. Общее насилие у населения приходит на насилие на картинах автора. И людям уже начинает нравиться, что вот это насилие по отношению к ним? Или они привыкают? Я думаю, что человек, как таракан, может приспособиться ко всем, а, думаю, да, привыкают. Что вам больше всего понравилось вот здесь? Что больше всего понравилось? В принципе, работы разные по тематикам, и они нравятся, ну, по-своему. Мне коллажи очень понравились. Коллажи, очень-очень интересные коллажи Ромы Громова, они именно современные, скажем так, ну, вот именно то искусство, которое сейчас, в принципе, актуально. Актуальное искусство. Понравилось, что, кстати, на этой выставке вешаются объяснения, потому что это не на каждой, и это иногда как бы... Очень этого не хватает, потому что да, реально... Да, очень современное искусство, такое вникнуть, понятие, но тебе когда не ты хочешь понять, чисто а тебе опыта и все в таком духе. То есть, в принципе, сам визуальный ряд, он не всегда понятен, да, вам? То есть, как бы... Ну, или все-таки как? Понятен, или не до конца? Понятен, но не до конца, действительно. Бывают такие моменты, когда хочется объяснений. Да. Хотя бы от самого вот... На открытии. Открытии, да, слов, послушать, да, услышать. Да. Именно о самой выставке. Что Громов, что Эрлих любят поднимать социально-политические аспекты. Делают они это по-разному, но общие точки соприкосновения есть. Как минимум, это резкая провокационная правдивость. Вы по-разному это преподносите через разные... Слава Богу. Через разные техники, под разным каким-то, не знаю, под разной призмой. Скажи вот о твоей... Ну, разница в твоем ощущении злобы дня и этих проблем насущных по отношению к Дмитрию? Дима больше это как-то читает поверхностно. Я больше обращаюсь к каким-то контекстам, каким-то вещам, которые не обращают на них внимания. Там, допустим, опять же, вот серия GTO новая моя со значками. Это, опять же, вещи, которые... Есть у каждого правителя современного, но который их скрывает за каждым грехи, у каждого скелеты в шкафу. Это значки, это скелеты в шкафу. Антинаграды за антидостижения, несуществующие награды за достижения против человечества. Поняты какие-то темы, которые через свои работы художники показывают, пытаются огласить? Поняты ли? Да. Ну, по-моему... В принципе, да. Что-то точно понятно. Ну вот с шоколадкой понятно.
однозначно, она такая. Совсем лоб, как те медали в первом зале, то есть даже слишком понятно. Социальные темы, да, то есть острые. А что, то есть видна ли какая-то именно точка зрения автора, читается и какая именно? Ну, мне кажется, да, ну, по-моему, достаточно такая саркастичная все-таки, если мне так кажется. Что вы, может быть, в какой-то конкретной работе или в целом что-то интересное прочли, ну, в этих аннотациях? Затронут, да, то есть по поводу замысла? Затронуты темы очень социальные, как сейчас самые актуальные. Исторические, да, политические. Ну, действительно, тоже. Ребята правильно сказали на открытии, что то, что они слышат, видят каждый день. И, в принципе, современное искусство на этом и строится. Поэтому, вот, по-моему, коллажи очень актуально. И вот именно так красочно описывать все, что происходит вокруг. Скажем так, самые понятные оказались вообще. Да, ну, типа, ну, тема раскрыта, тема понятна. Для понимания, но, типа, на самом деле все работы очень понравились, как бы, и по технике, и, как бы, тому, как преподносится смысл с помощью техники. Несмотря на разноплановость художников, этот симбиоз творцов создал очень органичную целостную выставку. Острый, но вполне понятный посыл можно прочесть под разными углами. I